очень приятно приветствовать в мэрии вновь назначенного прокурора города Череповца. Я надеюсь, что наша работа совместная будет направлена на решение очень серьезных, важных проблем, которые стоят перед городом Череповцом. Я понимаю, что прокуратуры ставятся задачи на уровне Генеральной прокуратуры, областной прокуратуры. Но наши городские проблемы и задачи, я думаю, они будут, по крайней мере, не противоречить общей федеральной повестке дня. Нас очень беспокоит на сегодняшний день имеющаяся задолженность, которую отрабатывают наши службы судебных приставов. Это цифры, которые фиксируются на уровне 180 миллионов рублей задолженность физических и юридических лиц. Это суммы, которые не поступают в городской бюджет, которые не дают нам возможность реализовывать проекты на территории города Череповца, инфраструктурные в том числе. Мы работаем в тесной связке с вашими коллегами, со службой судебных приставов. Есть вопросы по выполнению плановых заданий, по поступлению мобилизации налогов. Есть вопросы к службе судебных приставов. Очень бы хотелось, чтобы вот это межведомственное взаимодействие с вашим участием было продолжено. Наше межведомственное взаимодействие, которое оно было ранее, оно как минимум не ухудшится, я полагаю. А наоборот, мы постараемся заново какие-то внести новшества, потому что каждый прокурор, наступая в должность, он обязан оставить, сохранить все, что было хорошее до его, и, соответственно, как бы внести какие-то новые идеи, новые там взгляды. Поэтому полагаю, что наше межведомственное взаимодействие оно будет продолжаться. Не полагаю, оно так и будет продолжаться.